Привет! Ты снова на канале Комповский. В этом видео хочу рассказать тебе о том, как узнать, сколько бит процессор на твоем смартфоне 32 либо 64. Сделать это достаточно просто, не теряя времени. Давай покажу, как это сделать на твоем телефоне. Привет! Как узнать, сколькобитный у нас процессор стоит на смартфоне Android 32 или 64-битный? Для этого зайдем в Google Play Market и в поиске введем английскими символами CPU-Z. И нам нужно приложение CPU-Z. Вот так выглядит иконка этого приложения. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Приложение весит довольно немного, поэтому не будет занимать много места на твоем смартфоне. Открывая это приложение, ты увидишь всю информацию по своему процессору, который установлен в твоем смартфоне, сколько ядер, какая частота каждого ядра и прочая информация. Но нас интересует раздел System. В этом разделе ты можешь увидеть, сколькобитный процессор у тебя установлен. Для этого спускаемся вниз и смотрим на пункт Kernel Version, точнее Kernel Architecture. В этом разделе мы видим пункт Kernel Architecture. В этом разделе внизу мы видим пункт архитектура ядра. Это вот этот вот пункт. И здесь видим, что архитектура 64. Это значит, что у нас стоит конкретно в этом телефоне 64-битный процессор. Если здесь будет значение 32, это значит, что в смартфоне установлено 32-битное ядро. Для более подробной информации переходи в описание к этому видео и заходи в комментарии. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!